Всем в стиме появилась открытая бета нового положительных. Ну, собственно, что здесь тестить? Здесь только, по-моему, сетевой режим. Думаю, это здесь можно вообще что-то оценивать. В общем, до релиза. И, собственно, ничего из себя хорошего. Или что, что здесь написано? Experience Notice. Игра загружается. Что творится-то? А, это может занять несколько... Творит, в общем. Заняло. О! Что-то пошло. К сожалению. Вот и у меня. Которая... Вот это да. Работает. На пониженных таймингах. В общем, крутая память. Весь у меня даже заставка лаганула. Ну что это такое? Doom Beta. Пререлиз. Эррор. Ля-ля. Тополя. Ох. Давайте еще полчаса всяких заставочных экранов. Disturbi Davuti Alla Photosense CB. Да. Так, что я должен прочитать? Отдать почку. Пожертвовать яички. Так. Еле заметно. Вот так, что ли. Чё я должен так играть? Мне нравится, как светло. Так, сетевая игра, настроек нету, я так понимаю. Escape, выход, enter, выбрать. Ну, сетевая игра. Модули взлома. Что это? Предзаказ, открыть демонический набор для сетевой игры. Ха! Демонический набор. Так, не понял. Не нужно это. 13 мая научите отбояться. Так, ладно, давайте профиль посмотрим. Интересно, кто музон писал? Сам обезьян, да? Давайте. Сама-то игра, наверное, получше будет. Парашка какая-то. Красный, ну красный это все. Давайте серенького сделаем. Тут меньше выделяться будет. Так. А, не, видеонастройки есть, почему, ребят, писали в комментариях, нет. Ну, что-то же есть. Что-то же есть. Так, и забыл сказать, у меня GeForce 960. Ну, ничего особенного. Так, давайте скорость обзора повысим, привязки клавиш сделаем, как я люблю. Они как вечно... Любят тупые школьники. Так. Зачем в 3D экшене присесть? Как будто в тени попадут. Так. Удар, зверское убийство. Ну что, давайте так. Сменить оружие. Колесиками, ладно, использовать. Надеюсь, это все. Ха. Отлично. Надеюсь, в настоящем Думе будет... В настоящем доме будет столько же настроек. Люблю экшены, когда мало настроек. Давайте
Проводите поиск матча, командный бой, контролируйте перемещающую зону, уничтожайте врагов. Игры должно хватать хотя бы минимум. Понимаю, что Безенда таким образом типа хитовой игрой двигает вперед железо, но пусть двигает. Нам не впервые на минималках играть. Ну давайте уже, ну куда-нибудь войти, сейчас же открытая бета, должно народу быть дофигища. Все должно... Где отряд пригласить? Кого? Кого пригласить? Никого. Никто не тестит больше это говно. Ух ты, сколько людей! О, они уже там 6 уровня какого-то, 4-го, какие-то ранги. Ох, божешки. Божешки мой, перерыв. Ничего себе там такие чуваки переливающиеся. Ну, честно говоря, вот этот костюм это пиздец. Эхо, дельта. Вот запомни своих-то, вот бело-красный, красно-белый, желтый, непонятно, украинец. В моей команде... Хохол. Что? Я тут обзор делаю, а что я буду говорить прям в чат? Ничего себе. Вдруг меня кто-то услышит. Командный бой. Так, что плазменное оружие? Рокомет. Рокомет. Шмокомет. 5, 4, 3, 2, 1. Ничего себе, я куда бежать? Дайте бежать, да, я уже... А, понятно. Что такая графа убогая? Да не, ничего не тормозит. Первая кровь. Короче, у кого эта игра тормозила, тот лох полнейший. Ну что-то все так крупно сейчас, мне не нравится. Я же вроде разрешение большое делал. Кого стрелять? Своих? Мы голубые? О, красный. Я кого-то убил, что ли, честно? Или не честно? Таким пейзажиком в игре нормально. Нормально FPS, только что происходит все равно как-то. Ой-ё. Ну ты сука. А, он со снайпером без какой-то, понял. Руна демона скоро появится. Пробел возрождения. Господи.
Появилась руна демона. Появился союзник Ревенант. Заебал. Свечки. Серверный. Союзник демон убит. Тут и перевод дебильный. Появился союзник Ревенант. Одержимость закончилась. Сраная К07. А, ну. А чё кто ведёт-то вообще? Мы? Типа 23. Да, блядь, не пугай меня. Так. Ой, водичка. А чего ты графини обычного? Блин, ну не знаю. Я такую графу где-то уже видел. Ничего особенного не вижу. Но мне ничего не тормозит. Я не знаю, вот я смотрел ролик у Егора Клёна, он там жаловался, что у него все тормозит. Не знаю, он на какой-то топотопной видюхе играл, в общем. Лидерство потеряно. Да ладно. Кстати, прикол. Появился враг Ревенант. В этих костюмах, если в игре, да, они тут только. Гвоздь программы. Если все равно голубые и красные. Обесточивание. Блин. На полпути к поражению. Да? Ну и хер с тобой. Не, ребят, ну с такой озвучкой, ну блин. Что? Смеете, что ли? Да не, в принципе, возможно, Doom будет нормальной игрой. В плане, ну, такой. Главное, не слишком темно, чтобы было как. В третьей части. Демоническая одержимость закончилась. Если вот на таком уровне будет, ну, вполне. Уа! Класс. Совершает самоубийство. Ура. Это было красиво. Убьешь, нихера, что за урод. Пошли убивать, глупые. Глупые вперед. Голубые вперед. Yeah, baby.
Нифига себе, я с броней, и он меня все равно убил. Появилась руна демона. Появился враг Ревенант. Что это? Что это? Что происходит, блядь? Демон убит. Осталось 2 минуты. Вау. Появился враг Ревенант. Чё-то мне перспектив не рад. Какой Ревенант? Чё за Ревенант? Осталось убить 5 врагов. А, скелетик. Демоническая одержимость закончилась. Нифига себе. Он скучился. Осталось убить 1 врага. Голубая команда, мы просираем, по-моему. Осталась минута. Враг достиг лимита очков. Понятно. Поражение. А, ну ясно. Не, ну голос такой, как будто это какой-то диктор Первого канала. Чё за тупые танцы, блин, что за говнище? Чё там, какие-то очечки дали? Панцирь, модуль взлома, что какие? Чё, блин? Я что, должен 45 секунд ждать, что ли? Как отсюда выйти-то? Escape, а. А что за модуль взлома? Панцирь. И что? Вы появляетесь... Количество брони повышается с каждым возрождением. Показывает здоровье врагов. Да нахер там говно? Что это вообще такое? Опять играем? И что, нельзя было как-то отказаться, что ли? Ну ладно. Ой, модификация оружия там. Ой-ой-ой. Ну, неинтересно, не знаю, ребят. Не додумали вы сетевой режим. Все такое блеклое, какие-то модификации, шмодификации. Не знаю, это неинтересно. За 2000 рублей покупать.
чтобы только поиграть в такой офигенный сетевой режим. Если какой-нибудь Unreal Tournament, старый Quake и т.д. и т.п. пойдут на любом компьютере, то есть ты захочешь бой с друзьями поиграть в этот сетевой режим, это будет не... далеко не это. 5, 4, 3, 2, 1. Что это? Ой, бля. Как поменять потом своего персонажа? Первая кровь. И как тут? Модуль панцирь активирован. И как тут попасть и двигаются что-то, блин, я не знаю. Ну, конечно, в меня попадали. Так, первый раз я завис прям в игре. Просто стрелял. А, нет, я умер, хотел возродиться и завис. Пришлось все прерывать, соответственно. Вторая попытка. Вторая попытка. Собственно, я пересмотрел первый кусок видео, там, когда вначале грузилось, меня рывками было слышно. В общем, говорю, что у меня GeForce 960, Pentium, Intel, Pentium, Core i5, без гипертрейдинга, слабенький такой. И у меня XMP память от Kingston, очень хорошая. На 9-х таймингах работает, 16 гигабайт. Вроде Doom себе нормально чувствует. Давайте тропу войны попробуем. Что надо делать? Подключаться. Раз. Дум. Дум говно. Все согласны. Брыщаю. Дай ван айвен говорю. А, Doom is shit. Yes? Окей. Водка? Водка. Сука, блядь. Сука, блядь. Брики. Чики-брики. Да. В общем, собралась вся элита, так сказать, поиграть ночью. Тропа войны. Бету. Let's do this for the Soviet Union, for Stalin. Stalin is good. Настрави. Ой, блядь. Давай. Четыре. Мочи! 2, 1. Есть. Захватите и защищайте зону. Так, чё надо, куда бежать-то? Ну, тут сократить можно будет. Зона потеряна. Первая кровь. А, вот зона. Господи. Зона захвачена. Потеря зоны. Потеря зоны. Зона потеряна. Ах ты, ах ты, ах ты. Сука, блядь. Почему мы просираем? Лидерство потеряно. Пока добежишь. Захват зоны. Вот это честно. Модуль диагностика активирован. Come on, Team Vodka, let's do this. Team Vodka, come on. Говорит, Vodka, come on.
Yeah, let's go, Team Vodka. Модуль диагностика активирован. Модуль диагностика активирован. Что там? А что так счет? Руна демона скоро появится. Захват зоны. Появилась руна демона. Появился враг Ревенант. Не, ну то, что тут уже, блядь. Диагностика активирован. Даже водка не поможет, ребят. Ресурс модуля взлома исчерпан. Ой, бля, простите. Да, блин, это читерс. Что? Он еще что-то ногой там, блин. Захват. Модуль панцирь активирован. Ём, просираем, блядь. И водка, sleep maybe. Захват зоны. Появился союзник Ревенант. Зона захвачена. Водка is alive now and ready to kill. Модуль активирован. Возвращение. We suck. Вы просто сак. Сосак. Демоническая одержимость закончилась. Потеря зоны. Кто зону потерял? Зона потеряна. Захват зоны. Модуль панцирь активирован. Модуль панцирь активирован. Захват зоны. Захват зоны. Не, ну это что-то пипец. Модуль панцирь активирован. Больные ублюдки, вот и руль. Осталось 50 очков. Модуль панцирь активирован. Не, ну я уже старенький. Захват зоны. Такие игры не для меня. Руна демона скоро появится. Такие игры не для Появилась меня. Руна демона. Так. Ревенант. Ёпта, вот это да, блин. Вот эта тема, блин, я что-то взял. Вот эта тема. Осталось 10 очков. Возвращение. Убийство. На полпути поражения. Враг достиг лимита очков. Сокрушительное поражение. Нет. Сокрушительное вообще. А-а-а. Гейсер. О май гад. Look, I am even better than most of their team. What the fuck? But spirit. Yes? I mean, да? Да. Да. Путин. Вот spirit. Путин. Короче, ну это в жопу все. В общем, вот такая... Параша. Всем пока.